Ребят, всем привет! Сейчас вот хочу показать результат уже моего посева желтого гератума или еще лонос его еще называют. Вот это тоже сухоцвет, однолетник. Я его в этом году впервые буду выращивать. Вот я на срез его буду, но также он красиво будет смотреться и на ваших клумбах, если вы его тоже посеете. Вот до 40 сантиметров. Этот цветок высотой. Вот, шикарный, шикарный тоже сухоцвет. Плюс к моим, которые у меня имеются. Смотрите, вот я 24 ноября посеяла. Сегодня 15 декабря 23 года. Вот в таком состоянии вот он у меня уже. Сейчас расскажу, как я его сеяла и вам также советую. Семена, вот, смотрите, какие семена. Меленькие, меленькие семена, вот, вот такие вот семена, серенькие, меленькие. Обязательно только поверхностно его надо сеять. И сверху пульверизатором я взбрызнула, все, они к грунту хорошо прижались. И все, ничем, ни в коем случае не присыпайте, поверхностно. И я даже целлофаном не накрывала свою коробочку. Просто каждый день опрыскивала. Вот стояли они у меня на южном окне. Подсветку пока никакую не делала, пока солнышко у нас еще есть. И вот они вот так хорошо, быстренько у меня взошли. Сейчас я их уже буду пикировать. Вот, просто хотела сказать, кто будет его, вот, например, впервые выращивать, ни в коем случае не засыпайте. Ни в коем случае. Сейте только поверхностно. Вот, ну все. И... Вот, приготовила грунт. Сейчас здесь у меня торф, немножко моей огородной земли и агроперлит. Я вот мешаю, вот легкий получается. Обязательно для пикировочки я делаю вот такой легкий торф. Стаканчики 0,2 обязательно с дырочками. Я вот все стаканчики, видите, собираю. И это с того года, вот они у меня. Все собираю, использую опять. Это вот дырочка обязательно делайте дренажную. Все. И когда вот сейчас пропикирую, ну, процесс и так всем известен. Кстати, я его буду букетным способом пикировать. Не по одной штучке, а по несколько. Ну, 4, даже 5 можно спокойно в один стаканчик. Я его буду сейчас рассаживать. И сразу буду проливать вот комплексным удобрением с формулой 13-40-13. Обязательно для наращивания корневой системы нам сейчас нужен фосфор. И у нас его вот у нас 40 в этом моем удобрении. Вот так. Так что, ребят, если вот этот лонос надумаете где-то увидите, купите обязательно, то вот сейте только поверхностно, и он у вас быстренько-быстренько взойдет. Ну, кто для себя это будет не на срезку выращивать, пока, конечно, рановато. У меня есть условия, я затем в парник высаживаю, и затем уже дальше. Ну, кто просто для открытого грунта, немножко сейте попозже. Спокойно в феврале можете сеять, и уже он быстренько у вас март. И там потом высадите по своему климату. Ну, вот такие дела. Ну, все, до новых встреч. Ребят, пока-пока. Всем привет, девочки.